мулок. Пыль забирается на площадку из-за того, что она существенно мешает проезду. Еще проезду, обзору, когда водители выезжают с моста, они видят плохо, если перекресток. Машина мешает, соответственно, она отправляется на площадку. Человек будет заплачивать свою штрафу. А где находилась машина? Машина находилась на остановке безопасности. Сейчас хозяина выясняем. Надо подождать на дежурку, соответственно, чтобы они предоставили информацию по хозяину. Хозяин свяжется, он придет на место, он обнаружит, что машины не будет. Он на 102 позвонит, соответственно, ему скажут, где находится его автомобиль на той штрафплощадке, где он может подтвердить все штрафы и забрать свою машину. Какой размер штрафа предусмотрен за такое нарушение? 510 гривен. 510 гривен штрафа, еще услуги эвакуации, соответственно, с полицией и эвакуаторщиками есть договор. Соответственно, мы работаем в тандеме с ними.